Добрый день. Значит, сегодня мы вместе с вами займемся мелким ремонтом тележки. Вот видите, за год эксплуатации тележка очень хорошая, колесо, все замечательно, все хорошо. Но кузов очень мягкий. И вот возили грунт, переворачивали. Может быть, виноваты и мы, то что не жалели ее. Но тем не менее, вот видите, вот здесь вот эта трещина пошла. Ну и сам кузов, вот здесь вот трещина пошла. Если продолжать в таком же духе, она полностью выйдет из строя. А новую приобретать не хочется. Попробуем что-то сделать с этой тележкой. Ну вот, когда покупали, сразу вот здесь усилили. Она сразу показывала, что здесь очень слабо. Вот где усилили, видите, там нормально, хорошо. А здесь вот сразу не сделали, не догадались. Она пошла ломаться. Сейчас что делаем? Первым делом мы, конечно, ее разберем. Снимем. Снимем кузова, так сказать. Снимем это кузова. А потом посмотрим, что из этого получится. Ну, попробуем снять. Как, может еще и ничего не получится. Ну, посмотрим. Здесь задумка простая. Просто усилить немножко. Усилить немножко. И все. Так вот. А так колесо замечательно себя показало. Очень легкое. Так, все. Очень удобное в том плане, то что можно на ней везде проехать. Везде проехать. Но, как говорится, поломалось. Сейчас попробуем что-то из этого. Может, из этого получится. Надо еще посмотреть, какой металл. Вот металл хороший был. Надо такого металла посмотреть. Если он у нас есть, то поставим такой. Если нету, то будем что-то делать и думать другое. Надо сначала разобрать. Сначала надо разобрать. Пока разбираем, половина потерять, а потом ничего не собрать. Вот так вот. Ну, будет сказано, что попытка была. Старались, пытались что-то сделать. Пытались что-то сделать, но, как говорится, ничего не получилось. Ну, посмотрим. Кузов очень из тонкого металла сделан. С одной стороны, конечно, это очень хорошо, потому что тележка очень легкая. Очень легкая. Посмотрим. Так вот, таким образом покрутим, повертим ее и посмотрим. Видите? Крепление достаточно простое. Достаточно простое. Так вот. Так вот такие дорогие. На последнем винте. Пойдет. Погода такая, что жара была, хорошо, жара. Потом, опа, гайка на 8 укатилась. Значит, будем собирать без одной гайки. О, видите, тележка. На крайний случай можно сюда ведро поставить, и она будет ездить с одним ведром, видите? Ну ладно, пока мы не будем ставить ничего.
наверное, пойдем по такому же принципу. Сейчас мы это все дело выровняем. Выровняем, а после этого выровняем сначала, конечно. После этого, ну видите, вот уже трещина пошла. С другой стороны, грех трещины не идти. Очень тонкий. Очень тонкий. Очень тонкий металл. Но в то же время. И будем работать. Так вот. Здесь идеальной красоты добиваться на первом этапе не будем. Так вот. Ну вот, где-то что-то получилось примерно как и было. Ну что, сейчас, наверное, выкроечку сделаем где-то вот в таком виде, где-то она вот так вот будет у нас. Вот такую закладочку поставим с одной стороны и с другой стороны. Можете маленько поменьше, сейчас посмотрим. Надо еще подыскать металл. А здесь, наверное, сделаем усиление, трубочку какую-нибудь поставим. Трубочку и свяжем с этим концом, потому что, видите, вот оно, где напряжение идет, ломается, когда ее переворачивают сюда, в эту сторону. Соответственно, надо здесь упор. И здесь, наверное, на винты поставим с этой стороны. И здесь пару винтиков. И тогда она еще у нас поработает. Ну что, будем искать металл. Пока будем искать металл. Ну вот на первом этапе здесь установили, значит, оцинкованную зарезочку с этой стороны. А с этой стороны немножко потолще металл установили. Здесь выгнули трубочку. Это типа полдюймовая, но тонкостенная такая, легкая. Вот выгнули, ну здесь разрезы сделали, загнули и приварили. Ну сейчас вот, значит, будем сверлить и крепать. Вот сначала возле струбцина просверлим. Вот таким образом, где-то так вот. Так сразу. Yeah.
бы она не каталась, если бы, всегда будет хорошо. Вот где-то так вот, попросту сделаем. Почему? Блин, не закрыто, а нет вроде. Хотя длинновато чуть-чуть. Хорошо, вот лапочка такая. Может покороче? Покороче нет. Может быть, он не подбивает. Ну вот мы смотрим, первая заклепочка не очень подтянулась. А причина в том, что люди бывают заклепки. Вот она до конца не входит сюда, надо подбивать. Здесь мы видим, здесь вот разрыв металла, может быть здесь еще заплаточку поставим, а может пока посмотрим, как она получится дальше. Здесь уже это можно убрать, а это, пожалуй, сейчас не будет. Докрутили последние гайки и, значит, можем подвести краткий итог. Значит, тележка прошла ТО-1, значит, смазали ходовую часть, значит, и провели ремонт кузова. Ну, здесь мы видим то, что, значит, наложили дополнительный кусочек железа, установили вот здесь вот металлическую полдюймовую трубочку, и все это хозяйство просто заклепали.
будет ходить еще и ходить. Но стало немножко потяжелее, конечно. У нас перед ремонтом возник вопрос. Или ремонтировать эту тележку, или приобретать новую. Но, как говорится, так 3 часа работы, ну, с перерывами, конечно, на чай. Вот, тележка восстановлена. До свидания, до новых встреч.